Так, вижу движняк на D. Где? Здесь? Нет. Для того, чтобы узнать, где здесь или нет, надо бросать, конечно, сначала тройки. Но я там еще контестят, кстати. Давайте бросим, посмотрим. И попробуем, понятно. Попробуем по мини-карте сейчас залететь. Возможно, даже кого-то отметим. Хотя в тумане кого-то там отметишь. Привет. Йоу. Че как? Еще двое осталось. Тру-ту-ту-ту-ту. Вижу, засчитано как убийство отряд. Замечательно. И полетели на нашу домашнюю точку. А вот здесь надо быть аккуратным. Но, во-первых, без троек вообще никак не обойдемся. Потому что, скорее, нет, не в здании, слушайте. Не, ну, не в том здании, в другом, с другой стороны. Непонятно, почему все там. Да, все просто, потому что отряд. Отряд играет вместе. Крыша есть в этом здании? Неважно, бросаем. Видимо, крыши, ребята, не было. Просто жесть. Еще парочку троечек. Бан резон, плиз. За что? За то, что в здании крыши нет? Я что, виноват, что ли? Господи. Я не виноват. Я не могу там дырку сделать в этой крыше. Кто-то сделал, не знаю, из вас, допустим. Бомбардье ваш пролетал. Или наш пролетал, неважно. За что меня банит? Просто лол. Попрятались там, видите ли. Фу, ладно. Кого мы там убьем? А вот, ну тут попробую еще убить. Там пулеметчик появился. В башку залетело кому-то. Хорошо. Че сп... Господи, да как же так? Какой интересный раунд-то получается. Подождите, там кто-то выжил. Это пулеметчик спрыгнул или пилот? Мне очень интересно. О, так, стой, 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 стой. Ну, в общем, кто бы там ни... А вот это был пилот, ребят. Вот тебе и бальный блиц. Фу. О, все, 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 хорошо. Успокоились, успокоились. Бомбардир, летай, пока что живи. Тут кто-то пип. О, понятненько. Подождите, не смешно, вот нифига ни разу не смешно, потому что у меня, 13 хп осталось. Алло! Что-то я как-то не очень... Оп-оп-оп, ну тут уже да, тут уже не выкрутишься никак. Поймали. Не, ну я как бы подумал, что это зеничка я убрал, на самом деле нет. Это был кто-то другой. Ну тоже нормально. Веселый рез на самолетике получился, да, у нас? Очень веселый.